Дорогие родители, в этот особенный день хочется от всего сердца выразить вам свою бесконечную благодарность и любовь. Ваша забота и поддержка, терпение и мудрость стали тем фундаментом, на котором мы строим свои жизни. Вы – наши самые близкие люди, которые всегда готовы прийти на помощь, дать дельный совет и просто быть рядом в трудные моменты. Ваша любовь не знает границ, и каждый день вы проявляете ее в маленьких и больших деталях. Именно благодаря вам мы научились быть сильными и уверенными в себе, ставить перед собой цели и добиваться их. Ваши старания и самоотверженность не проходят бесследно. Они остаются в наших сердцах и делают нас лучше. Сегодня мы хотим сказать вам огромное спасибо за все, что вы для нас делаете. За те бессонные ночи, когда вы сидели у нашей постели, за те моменты, когда вы разделяли с нами радости и утраты, за вашу веру в нас даже тогда, когда мы сами в себя не верили. Вы наша опора и наш пример для подражания. Мы понимаем, сколько труда и усилий вы вкладываете в нашу семью. Ваши бесконечные старания заслуживают самого искреннего признания. Мы понимаем, сколько труда и усилий вы вкладываете в нашу семью. Ваши бесконечные старания заслуживают самого искреннего признания и уважения. Пусть этот день станет для вас символом нашей благодарности и любви. Мы хотим, чтобы вы знали, как много вы для нас значите. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и радостью. Пусть ваши мечты сбываются, а здоровье никогда не подводит. Мы обещаем быть достойными вашими детьми и делать все возможное, чтобы вы могли гордиться нами. Сегодня и всегда мы посылаем вам свою любовь и благодарность. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, а каждый новый день приносит только положительные эмоции и приятные моменты. Спасибо вам за все, дорогие наши родители! С праздником вас! С любовью и уважением, ваши дети!